Еще раз, что нельзя здесь? Тут нельзя курить, выбрасываешь мелкие какие-то дырочки в мусор. Мелкие дырочки, еще. Во, мелкие. И не надо рисовать по стеклу или где-то. Автографы, оставлять автографы, да? Так, нам сообщили, что высота здесь 55 метров. Это Харьков, 9 апреля, 16 год. У нас Харьковский марафон, тут третий международный проходит. Параллельно. Сумская перекрыта. Знаешь, с папой были в Крыму, в горах. Пушкинская перекрыта. Очень высокую гору тоже в такой кабинке поднимались. Но очень-очень у нас фотографии есть высокую гору. Знаешь? 55 метров. 55 метров высота, это получается около 20 этажей. Да. Обожаю высоту. Великан блок. 20 метров. Великан 20 метров. Даже встать держаться не за что. Как он, центральная эта штучка есть. Бэкман! Дружище! А здесь этот самый, как это называется, из пластика, мат. Мат и гелько, вот он видно. Гель красный и дальше мат. О, да. Ну, мы должны найти какие-то городки сверху, а то из-за деревьев. Да, красота. Еще, ой, я уже вижу один маленький еще дорогу. По случаю 9 апреля не распустились еще. Листочки, цветочки, сейчас будет парк хорошо виден сверху. Да я думаю, это верхний этаж. Ну, давай, это просто верхний этаж. А может и нет. Ну, это просто этаж для отдыха. Уже достроен. Классно, да, ветерочек. Знаю, я бы такое построил. Вот, блин. Тут дырки. А вон, смотри, у ребят тоже развлечения, тоже аттракционы. Только им за это платят наверняка. Видишь, на крыше сидят. Да. Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нифига! Пожалуйста, осторожнее, сыночек. Как вылетишь сейчас туда? Да, пап, это я сейчас. Ты куда ж тут отойти, сыночек? Ну, сядь. Давай не ползай, да, сиди на месте. Мама себя неуютно чувствует. Значит, если не увидишь, что? Вспомнить все. О, даже вот это видно, аттракцион уже. Так, вот мы... Да! Середины практически достигли. Высоте. Вот это красота! А вон, кстати, видно этот канатную дорогу. Где канатная дорога? А вон, кабинки видно. А что это за здание такое строится красиво? Где? А вот прямо перед нами. Это дно. Ой, я тоже увидел один такой. Вау, красиво! Надо почаще сюда ходить. О, смотри, какой-то парк. Маме об этом скажи. Мама, тут домик какой-то есть. Телевышка. О, я ее увидел в кабинке, видите? Странно, прям. Мама, блядь, видишь? Кабинки. Это сколько же ехать нам на этих кабинах? А там не было. Мы были там, ну вот в этом. Вот там? Вот таких кабинках? Да. Я был с папой и все. Красота! Да, реально! Посмотри, какой-то стадион или что это, что-то закрушено. Так, что там видно? Видно... Вообще, это, видимо, футбол. Это у нас... Это поле. Это футбол. Церковь Матроны. Он блестит там. Вот это да! Тут, короче, много всего в этом парке. Даже нельзя это построить за где-то за один день. Да? Да. Труба Салтовская котельная. Да, долго-долго строить. Даже с механикой надо разбирать. И вон еще все равно что-то строят. Смотри, там только выкопанное.
Да, интересно, почему наш город не видно, наш дом? А смотри, а там кто-то живет, да, или чьи-то. Красота. Да, такая сука. Мне так повезло там жить. Да, вы просто посмотрите. Смотри, какой у нас огромный город, да, Гриш? Да. Ну ты только посмотри на высоту. Я не хочу на высоту смотреть. Ничего, ничего. Лучше вперед смотреть. Боже, мы даже еще до верха больше не дошли. Представляешь? Когда мы на пике, мы ближе всего к пике. Таня, тебе лучше об этом не думать. Мама, ну что-то все заперто. Так что если будем падать, то только вместе с кабинкой. А вон, смотри, как красиво. Болтик какой-нибудь разболтается. Болтик разболтается. Гайка разгается. Вся конструкция оттуда вниз. Классно будет. Да, целая история. Даже если будем падать, сразу беги ко мне, понял? Ты на меня уйдешь, если что. Ой, думаю, это сильно поможет. Ну, мне очень ты? Здорово. Что, мы уже снижаемся или что? Или нет, еще нет. Нет, мы просто так уверенно поднимаемся, что уж это... О, мы видим, я вижу кабинку 23. Смотри, Гош, мы уже почти на самой верху. О. А вон наш микрорайон. Oh my goodness! Oh, да, освещение, конечно. То есть видимость не самая. Какая самая, высота? Но все равно неплохо. Это даже какой-то батут не поможет, да? Можно вот дырочку настроить, если не хочешь. Вот где дверь, Максим. Дырочка же есть. А что ты хочешь? Ну, если через стекло. Ну да. Да не, ну тут даже просто видимость, я имею в виду, что... как это называется, дымка все-таки есть какая-то. Итак, мы на пике. О, так видно, что прямо как мы по... Знаешь, так мы видим весь город аж до конца. Да. Да, и никакие дома вам высокие не мешают. Да, так только две, сколько у нас? Две 24 этажки есть возле Барабашова, это сопоставимая высота. Представляешь, есть люди, у которых на балконе вот так они выходят. Да господи, а что рассказ, вон видно здание. Сопоставимое по высоте. А видите, тут такой огромный дом, такой открываешь окно. Вышел на балкон. Вот такая кабинка. И земли не видно. Да, дальше вообще какая-то трава, даже домов не видно. Все, мы поехали уже вниз. А, точно. Не, парк Горького вообще, конечно, супер. Я даже не обратил внимания. А он Бэтмобиль, кстати, видно. Видишь, видишь он там, где... такие горки? Катаются на машинках, ребята. Американские горки? Не, правее. Справа от центрального входа. Ну, ты его не заметишь, он такой, как замаскировался. Посмотрите на звездочку такую. На какую звездочку? Такую вот, видите, звездочка снизу. А, да, ну так там же летом вода. Как наступаешь туда, вода идет. Почти как у нас в казарме. Ого! Так это вам просто наступить на центр и польется вода, что ли? Ну да. Я попробовал. Правда, я не хочу купаться. Марафонцы бегут. Я бы хотел купаться. Да. Марафон скоро велодень, 29 в этом году мая. 11 уже велодень в Харькове. Вот тоже опять все перекроют, все улицы. Посмотри, какая ж высота. Да. Это дно провалилось, я упал. Что? Ничего. О, сверху кабинка. Все, мы снижаемся. Да, наконец-то. Пап, сколько там времени? Сейчас, сыночек. 16 минут уже. Сейчас 5 минут второго. 16 минут двигается, да? Да. Сколько же мы будем решать? Ты проверь, оно пишется? Да, пишется. Но оно сейчас в 10 секунд, в 10 минут вырубится.
плохо. И кабинку качает, и меня качает. Меня не качает. Получится. Я попытаюсь туда. О, смотри. Классно. Я даже вижу второй выход. Ну ты высоты не боишься, да, сына? Выяснили мы. Тебе тест такой есть, знаешь? Когда ты на высоте, тебе хочешь, смотришь с моста, смотришь с высоты. Хочется вниз плюнуть, прыгнуть или сбежать. Нет. Зачем ветровка, если так ветер? Да мне даже не холодно. Ветер.